Как у меня космосный проходит? Это на мне делать, то есть это вот это общая проблема. Это ты, это я.
Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте, многоуважаемые участники второго фестиваля духовно-нравственного кино для детей и молодежи, посвященного 25-летию прославления святого праведного Иоанна Кронштадтского. Мы с вами живем в очень интересное время, когда появляется множество новых технологий, множество новых видов искусства, но такие ценности, как любовь, доброта и милосердие, остаются неизменными. У нашего фестиваля уже сформировались свои традиции, свой необычный и неповторимый стиль. Итак, дорогие друзья, мы готовы к тому, чтобы начать наш фестиваль, потому что в этом году сюда приехали великолепные режиссеры, прекрасные артисты, которые готовы поделиться своим искусством с вами, с любимыми зрителями. Дорогие друзья, в течение двух насыщенных дней пройдет множество различных творческих встреч, кинопоказов, мастер-классов. А прямо сейчас мы предлагаем начать нашу торжественную церемонию. Мы приглашаем на сцену человека, который поддержал наш фестиваль и дал ему дорогу в большую творческую жизнь. Главу администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга Василия Анатольевича Понеделко. Здравствуйте, сегодня очень прекрасный день, солнечный, прекрасное настроение. В Кронштадт пришел фестиваль духовно-нравственного кино, пришел фестиваль добра, пришла территория добра, которая, в принципе, Кронштадт никогда не покидала. Такие мероприятия, они, наверное, великолепны, потому что огромное количество молодых режиссеров пробуют себя. Не все картины, которые показывают здесь, наверное, доходят до зрителя. Но эта проба пера достаточно важная, достаточно серьезная для них, как мастеров. На них делается работа какая-то над ошибками, на них делаются какие-то выводы. Кронштадт достаточно событийный город, поскольку это город очень-очень мощной истории. Здесь каждый камень, каждое здание, оно пропитано, наверное, истории пропитана и где-то там трагизмом, и милосердием, и добротой, и то, что здесь 53 года служил Иоанн Кронштадтский, который покровитель Кронштадта, является покровителем Кронштадта, это тоже о многом говорит. Наверное, не надо, хочется посмотреть. Я всегда буду рад и абсолютно уверен, что второй, и третий, и четвертый, и пятый, и обязательно юбилейные фестивали, и каждый раз они будут все насыщенней, богаче, событийнее, там, не два дня. Мы можем это делать здесь и неделю, и больше. Будьте добры, делайте, пожалуйста, только продукт, который выставляете на... соответственно, на том, чтобы зрители смотрели, делали оценки и, безусловно, пропитывались тем, что вы несете. А так, территория добра в Кронштадте – это прекрасно. Очень хорошо, я говорю еще раз, что это проходит именно здесь, мы этим очень гордимся и обещаем, что будем прилагать все усилия, чтобы действительно этот фестиваль стал традиционным. Чтобы этот фестиваль совмещал как можно больше работ, как можно больше режиссеров, молодых режиссеров, чтобы сюда стремились, чтобы попадали, и чтобы здесь открывались новые имена. Вот. Поэтому прекрасных, наверное, просмотров. Спасибо огромное уважаемым гостям, почетным гостям. Огромное спасибо за
то, что вы с таким вниманием относитесь к этому фестивалю, я думаю, что с этих... с этой сцены вы скажете прекрасные слова, вот, но мы будем наслаждаться, соответственно, вашим творчеством и смотреть фильм. Спасибо. Василий Анатольевич, мы, конечно же, просим вас торжественно разрезать ленточку нашего фестиваля. Чарли, прошу. Свершилось. Василий Анатольевич, спасибо. Спасибо за эту честь, за то, что вы сегодня с нами на этой сцене. И, конечно же, снова доброе кино набирает свои обороты. И, как сказал президент первого фестиваля Александр Яковлевич Михайлов, картины здесь раскрываются как родники, закладывая подлинную, родниковую, чистую основу для дальнейшего творчества художников. Становится камертоном средневековой культуры. Своеобразным учебником доброты становится наш фестиваль. Его слово имеет большой вес в сердцах и мыслях зрителя, и это слово ведет за собой. Уважаемые наши зрители, дорогие гости, всех участников фестиваля приветствует начальник отдела по связям с религиозными объединениями Санкт-Петербурга Владимир Георгиевич Иванов. Уважаемый Василий Анатольевич, уважаемые члены оргкомитета, организаторы, благотворители, участники нашего кинофестиваля. Позвольте огласить приветствие от руководителей города. Дорогие друзья, сердечно поздравляю вас с открытием второго кронштадтского духовно-нравственного кино, посвященного памяти Иоанна Кронштадтского. Имя и деяния Иоанна Кронштадтского невозможно отделить от истории нашего города, его культуры и духовной жизни. 5 десятилетий самоотверженного пасторского подвига оставили в сердцах миллионов людей любовь и благодарность. К отцу Иоанну обращались за помощью тысячи людей, и он принимал и помогал всем, независимо от их национальности и вероисповедания.
И нынешний фестиваль по-настоящему доброго кино является прекрасной возможностью отдать долг благодарной памяти всероссийскому пастырю. Уверен, что представленные на фестивале киноленты будут не только интересны, но и одарят зрителей душевным теплом. Желаю всем зрителям интересных просмотров, сердечного общения. Надеюсь, что мы стоим у истоков еще одной петербургской традиции, имя которой Кронштадтский кинофестиваль духовно-нравственного кино. Вице-губернатор Санкт-Петербурга, руководитель администрации губернатора Санкт-Петербурга Александр Николаевич Говорунов. Спасибо. И, друзья, еще одно поздравление для наших участников от Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Замечательно, что в северной столице существует такой творческий проект, нацеленный на поддержку талантливой молодежи, сохранение и развитие лучших традиций отечественного кинематографа, посвященный святому праведному Иоанну Кронштадтскому. Он способствует возрождению духовно-нравственного, гражданского и патриотического воспитания подрастающего поколения. Отрадно, что в фестивальную афишу вошли картины различных жанров и направлений, игровые, документальные и анимационные ленты, посвященные общечеловеческим ценностям. В этом году мы увидели много картин, повествующих о любви, вере, терпимости, толерантности. Хочу от всей души поздравить лауреатов фестиваля и выразить надежду, что в дальнейшем этот масштабный кинофорум будет дарить зрителям радость от встречи с настоящим искусством. Желаю, чтобы территория доброго кино год от года только расширялась, обретала новых друзей и сторонников. С уважением, председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга Цухенко. Друзья, мы рады, что вы все сегодня вместе с нами в этом зале. Давайте аплодисментами наградим именно вас, наших зрителей. Кино, как и театр, имеет синтетическую природу. В нем соединяются все виды искусства. Кино существует одновременно в пространстве и времени, а каждое слово, произнесенное героями, остается в истории. Итак, дамы и господа, мы подошли к самому интересному моменту на церемонии открытия. Мы рады представить вам картины, которые участвуют в фестивале. Все фильмы разделены на следующие номинации. Документальное кино, кинокартины. «Живая глина», режиссер Георгий Солдатов. И глина вообще уникальный материал, да? Не случайно Бог, по легенде, создал человека из глины. Очень важно знать, что вы делаете. Что многие люди начинают что-то делать, не зная, чего тебе хочется. «Хозяйка автобуса». Режиссеры Виктор Стародубцев, Сергей Вознесенский, Лариса Горбунова. Мне иногда в автобусе хочется поиграть, слышите? Поиграть хочется. Я начинаю там что-то напевать, что-то такое. Такое разное бывает, разное. Молодежь от меня просто слышу, гогочут вовсю. А мне приятно, что они смеются. «Симадо», «Династия», режиссеры Юлия Парфентьева и Антон Ветров. «Будни простой хуторянки», режиссер Екатерина Дорофеева. Создать сеть, где бы можно было приехать, отдохнуть, посмотреть, как все это живет, потрогать все это. Чтобы это была не потемкинская деревня, а настоящая. «Морской собор», режиссер Александр Медведев. Кронштадт – главный порт Балтийского флота. Многолетний оплот военной элиты, прошедший сквозь бури многих войн. Морской щит Петербурга, хранящий воспоминания о подвигах моряков за всю историю русского флота. Поэтому еще в конце 19 века возникла мысль о сооружении морского собора, который своим величием отвечал бы значению... Документальный фильм «Зверинец», режиссер Наталья Журавлева. Существует, он называется «По сохранению и воспроизводству редких исчезающих видов». Мы являемся отделом Московского зоопарка,
К нам животные попадают как и из других зоопарков происходит обмен, так и из природы, когда либо погибает мать, либо по каким-то причинам она просто не возвращается к детенышам. Кинокартина «Сможет ли он?» Режиссер Алина Плужная. Мы едем круто отдохнуть. Компания, все, компания. То есть он хочет и взял меня. Как настоящий мужчина. Типа, брат. Понимаешь, братские отношения, он мне все это таскает везде. Я похудел, чтобы он меня все таскал. Мы буксуем, походу. Давай. Я не таскал. Документальный фильм «Туман войны». Режиссер Вячеслав Макшун. Стать на место этой женщины, которой 30 лет осталась вдовой. Молодая женщина, только любить, то воспитывать вместе детей. Но я думаю, у них были какие-то большие мечты. Потом мама моя. Прожить без отца это очень, наверное, тяжело, особенно после войны, а тем более с таким гнетом. Василий Ярошенко, «Дорога к солнцу». Режиссер Екатерина Дорофеева. С началом войны меня перевели на должность педагога. Руководству школы не нравится, что я храню у себя книги и письма от иностранных друзей. Слишком свободно и независимо высказываю свои мысли. Мне приходится уехать. «Мозаика». Режиссер Александр Александров. «Мозаика». Режиссер Александр Александров. То, что сохранилось, эта икона, то есть у тех людей, которым было поручено, наверное, это все уничтожить, у них, наверное, все-таки рука не поднялась это сделать. И мне кажется, они сохранили это все. Где-то рискуя своей жизнью, может быть, даже рискуя свободой своей, они это все закрыли и сохранили. Очень яркой в этом году получилась категория «Анимационные фильмы для детей», где представлены следующие картины. «Зеркало Марии». Режиссер Яков Сморгонский. «Жирафа». Режиссер Анастасия Соколова. Анимационная картина «Ни пуха, ни пера». Режиссер Рим Шарафутдинов. «36 ключей». Режиссер Роман Пучков. «Невидимый слон». Режиссер Анастасия Соколова. Фильм «Девочка и снежок». Режиссер Екатерина Филиппова. Анимационный фильм «Детское время». Режиссер Нина Бесярина. Фестиваль духовно-нравственного кино не случайно посвящен святому праведному Иоанну Кронштадтскому. Именно он произнес слова, ставшие своеобразным принципом жизни многих людей, как искусство
так и во всех остальных сферах нашей жизни. Слушай свое сердце. Оно ведь носит искру Божью. Оно настроено на высокую и чистую Божью волну. И оно никогда не обманет. Его легко услышать, если не задуманивать свое сознание гадким и порочным. Авторы фильмов, принимающие участие в фестивале, помогают зрителю зажечь ту самую искру. Подумать о самом добром, что есть в человеке. Фильмы вдохновляют на поступки, на осуществление мечты, которая живет в каждом из вас. Российских и международных конкурсов, победитель конкурса «Голоса России» Григорий Туркин. Не бойтесь мчаться на парусах мечты в далекую страну под названием «Счастье». Искусство рождено для того, чтобы приподнимать человека над мирским и дарить ему то самое счастье. И, конечно же, сегодня счастье дарят нам наши гости, которые приехали из городов-побратимов специально для того, чтобы принять участие в нашем фестивале. Друзья, давайте поприветствуем делегации в нашем зале. Осиповичи, Республика Беларусь! Таллин, Эстонская Республика! Феодосия, Крым, Россия! И, конечно же, мы представляем еще одну категорию фильмов, делающих нас счастливее и добрее, вдохновляющих на исполнение мечты.
которая представлена сегодня на нашем фестивале. Итак, игровые короткометражные фильмы. Кинокартина «Радость», режиссер Наркас Искандарова. Вот если бы вчера кого-нибудь спросили, никто бы не сказал, что я за человек. Сегодня же меня узнает вся Россия. Настал и мой великолепный век. «Охота жить», режиссер Сергей Малюгов. Два шага вперед. Ну и куда же ты бежишь, варюга? «Трудовые резервы», режиссер Марат Алихманов. Смотрим. При атаке крайне подключаются. Центральные, Юра и Слава. Держи ширину. Кинокартина «Братья», режиссер Валентин Шустер. Прокатиться не хотите? Да некуда. Лошадку-то не жалко. Кинокартина «Последний трамвай», режиссер Евгений Черепанов. «Учитель», режиссер Александр Коржов. Мне родители в детстве говорили, что мусорить нехорошо. И что чисто там, где не сорят. Короткометражный фильм «Дар», режиссер Анатолий Шульев. Положенные нам амперы... Ну, сейчас сорвется же, сорвется! Гена, Гена, не лезь! Ребята, я же вам помочь хотел! «Живые», режиссер Яна Климова-Юсупова. Успокойся, а! Успокойся, бороться надо! Бороться, мы сделаем операцию! Сколько случаев бывало, когда помогала? Просто я не понимаю, почему вы уперлись с рогом, а? Вот вы всегда с матерью заодно, как сумасшедшие. Короткометражный фильм «Тыква», режиссер Юлия Сапонова. Я буду катать тебя вот так. «Пробуждение», режиссер Константин Тищенко. Прямо сейчас. Открывай кошелек. Сколько у тебя жизни стоит? Слушай, давай не будем обобщать. Во-первых, твоей жизни ничего не угрожает. Да, все, что могло угрожать, ты уже сделал. А во-вторых, отвлекся я всего лишь на мгновение. Если бы ты внимательнее смотрел... Стой, я уже виноват. Слушай, а давай мы прямо сейчас ментов вызовем и решим, кто из нас по каким странам должен смотреть. Давай. Кинокартина «Домофон», режиссер Максим Белоусов. Вы чего делаете? Короткометражный фильм «Большой», режиссер Юрий Солодов. Нет, я не могу на это смотреть. Ну перестань, все будет хорошо. Но я в его годы ходил и ничего. В его годы? Это сколько лет назад было-то? Ну мы будем подсчитывать сейчас, да? Но все что угодно может с ребенком случиться. Пойди верни, пожалуйста. И последний короткометражный фильм, представленный в этой категории, «Манжеты», режиссер Екатерина Устюгова. Ребята, у нас в классе произошло ЧП. Я ничего смешного сейчас не говорю. У девочки из первого класса, Марины Кочкиной,
Кто-то украл манжеты. Уважаемые зрители и участники фестиваля, каждому, кто присылает свои картины для участия в нашем празднике, я даже не хочу назвать его просто фестивалем, это фестиваль-праздник, который объединяет всех людей. Конечно же, важно быть увиденным, донести свои идеи до зрителей, но при этом быть оцененным. Оцененным членами нашего жюри, которое мы прямо сейчас вам представим. Председатель жюри, заслуженная артистка России, актриса театра и кино, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Анастасия Рюриковна Мельникова. Народный артист России Иван Иванович Краско. Культурный обозреватель газеты «Кронштадтский вестник» Серафима Александровна Белевич. Ректор Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения Александр Дмитриевич Евменов. Директор кинокомпании «РУД 21 век» кинопродюсер Владимир Викторович Демин. Заслуженный артист России кинопродюсер Анатолий Родионович Рудаков. Начальник сектора молодежной политики и взаимодействия с общественными организациями отдела образования и молодежной политики администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга Ольга Александровна Спешилова. Директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения Кронштадтский дворец молодежи Елена Владимировна Зыкова. Санкт-Петербургский художник, член Союза художников России, член Творческого союза художников России, член Политического совета пропаганды и возрождения русского искусства Сергей Евгеньевич Киселев. Скульптор, член Союза художников, участник многочисленных выставок скульптуры и графики в России и за рубежом. Альпинист-высотник, многократный чемпион России по альпинизму Сергей Кондрашкин. Заместитель директора драматического театра Балтийского флота Минобороны Российской Федерации Петр Михайлович Шубик. Сегодня на нашем фестивале присутствуют не только настоящие мэтры российского искусства, но и молодые артисты, которые ярко заявили о себе и достигли необычайных высот в своем возрасте. Поздравить наш фестиваль с успешным стартом приехала молодая певица, которая уже покорила главное вокальное шоу страны «Голос дети» в 2014 году, выступила от России и покорила всю Европу в 2014 же году на детском Евровидении. Встречайте, Алиса Кожикина! Меня
Алиса Кожикина. Друзья, настоящий белый ангел нашего фестиваля. Конечно же, на наших жизненных дорогах мы разгоняемся до неимоверных скоростей. Порой, часть по жизни, мы забываем о чем-то важном. Но хорошо, что есть такие фестивали, такие мероприятия, которые нам напоминают о самых главных ценностях. Через добрые дела мы приближаемся к Богу, становимся счастливее и дарим это счастье другим. Сегодня в зале присутствуют известные всем нам люди, счастливые и мечтающие, вдохновляющие всю страну на добрые дела. Это великие деятели искусства, самыми разными способами доносят до зрителя идеи любви и милосердия. Сегодня в зале актер, сыгравший главную роль в фильме «Лука», который сегодня будет показан в этом зале. С его творчеством мы прекрасно знакомы, благодаря ему появились такие спектакли, как «Александр Пушкин», «Ведьма», знаменитый телесериал «Есенин». Благодаря ему появился на свет великий русский актер Сергей Безруков. И благодаря, конечно же, нам с вами, он сегодня в этом зале, друзья, мы просим подняться на сцену Виталия Сергеевича Безрукова! Вместе с Виталием Сергеевичем мы приглашаем продюсера фильма «Лука» Олега Григорьевича Зытника. Здравствуйте, дорогие мои братья и сестры в нашей великой вере православной. Вы видите перед собой счастливого человека. Это счастье прожить такую жизнь и, как говорится, на исходе жизни Господь послал мне такой дар, позволил вложить свою скромную лепту к алтарю нашей веры православной. Это роль святителя Луки. И поэтому я сидел здесь, слушал прекрасные выступления, умные речи, искренние пожелания, и видел молодые таланты, все. Поэтому я не буду долго задерживать ваше внимание. Я хочу сказать, что дай Бог, чтобы наш фильм достучался до ваших сердец и имел какой-то взаимный отклик. Потому что мы этот фильм сделали не только для того, чтобы люди старшего возраста, поколения восприняли вот тот и благословение своего жизненного пути в вере Христовой, но и чтобы молодежь задумалась и поняла свой истинный путь и предназначение русского человека. Спасибо вам. Приятного вам просмотра. Заранее благодарю, если будут прекрасные, хорошие, добрые оценки. Спасибо вам. Добрый день. Для нас, как для производителей фильма, для продюсера, у меня в частности, очень большая честь представить вам сегодня нашу картину совместного производства Украины, России и Беларуси. У нас тут есть даже представители из Осиповичей. И очень приятно белоруса видеть здесь. Волею Божией молитвами святителя Луки и Иоанна Кронштадтского мы здесь у вас. Это полная версия фильма «Лука», которую еще никто не видел. Поэтому для нас это действительно будет огромная честь представить здесь у вас, быть фильмом открытия. Искренне поблагодарить организаторов этого фестиваля и администрацию Кронштадта о том, что в такое непростое время они уделяют внимание таким серьезным вещам, как духовности. Всем пожелать приятного просмотра, пожелаю. Спасибо большое. Олег Григорьевич, Виталий Сергеевич, просим вас остаться на этой сцене. И мы выражаем вам большую благодарность за то, что вы сегодня с нами, за то, что вы дарите свои улыбки, за то, что дарите вы свое искусство нам, зрителям. Спасибо вам огромное. Спасибо. И, конечно же, мы приглашаем присоединиться к нашим почетным гостям, всех, кто сегодня приехал на этот праздник. Мы приглашаем подняться на сцену почетных гостей 2-го фестиваля духовно-нравственного кино, главу администрации Кронштадтского района города Санкт-Петербурга Василия Анатольевича Понеделко.
народный артист Российской Федерации Иван Иванович Краско. Актер театра и кино, актер Санкт-Петербургского драматического театра Балтийского флота Артур Едынко. Санкт-Петербургский художник, член Союза художников России, член Творческого союза художников России, член Попечительского совета «Пропаганда и возрождение русского искусства» Сергей Евгеньевич Киселев. Скульптор, член Союза художников, участник многочисленных выставок скульптуры и графики в России и за рубежом, альпинист-высотник, многократный чемпион России по альпинизму Сергей Кондрашкин. Певица, композитор, актриса, лауреат всероссийского конкурса «Голоса России» Ева Канна. Победитель главного вокального шоу «Страны голос дети» 2014, участница детского Евровидения 2014 года Алиса Кожихина. Дорогие друзья, давайте еще раз бурными аплодисментами поприветствуем наших прекрасных гостей. Виталий Сергеевич Безруков. Олег Григорьевич Сытник, Иван Иванович Краско, Артур Федынко, Сергей Евгеньевич Киселев, Сергей Кондрашкин, Ева Канна, Алиса Кожихина. Глава администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга Василий Анатольевич Понеделко. Дорогие гости, мы приглашаем вас занять ваши места в зрительном зале. Как же приятно смотреть на таких великих людей. Давайте бурными аплодисментами. Бурными, бурными, поддержим. Дорогие зрители, наверное, у многих из вас сложилось впечатление, что занавес начал закрываться и все подходит к своему концу. Но это не так. Мы не можем так быстро закончить великолепный праздник, которого так долго ждали все. Сегодня это только начинается. Прямо сейчас состоится показ фильма, посвященного самым важным человеческим ценностям. Историческая картина режиссера Александра Пархоменко о святителе Луке Крымском. В основе сюжета картины лежит драматичная судьба великого хирурга. Главную роль в фильме исполняет Виталий Сергеевич Безруков. Картина впервые будет показана петербургским зрителям. И давайте еще раз поблагодарим наших почетных гостей бурными аплодисментами за то, что они разделяют праздник с нами, за то, что они съехали со всех уголков страны на этот фестиваль. Друзья, спасибо вам. Итак.